Однажды долго выправлял с собой след, попал снежный заряд. Скололся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив. Брякающий льдом одежды перевалился через порог, грохая обувью, на карачках пополз к печке. Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогала раздеваться. Но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала с охотника валенки. «Ты что, тонул?» Спрашивала, кричала она, он смотрел на нее перевернуто, непонимающий, валился с ног, засыпал. Она колотила его, трясла, умоляла, «Не спи, простынешь, не спи, не спи, не спи!» И как-то все же раздела его, растерла спиртом, затащила на нары. «Топи печку, пока есть сила», — дребезжал он голосом, трясясь под тюком одежды и засыпая. Заснув уже, успел еще повторить, «Топи, топи, иначе